Приветствую вас, Евгения. Мне кажется, что, обращаясь к психологу, вы не можете рассчитывать на то, что вам дадут какие-то советы, тем более, как построить отношения, тем более, как это сделать с нуля, тем более человеку взрослому, у которого ну, вероятно, уже есть опыт построения отношений, опыт не маленький, но опыт, тем не менее, вероятнее всего, неудачный, потому что у вас вы в разводе. Вот, если вы в разводе, значит, ну, скорее всего, если вы в разводе, то, значит, что-то было неудачно в ваших отношениях, вот, что-то в ваших отношениях не получилось, вероятнее всего, что-то не получилось у вас в отношениях, вот, и, соответственно, мне кажется, имеет смысл разобраться сначала в этом. То есть имеет смысл разобраться сначала с тем, что именно, что конкретно у вас не получилось в отношениях с мужем. Вот. И уже потом, после того, как будет понятно, что у вас не получилось в отношениях с мужем, какие, может быть, действия вы по отношению к мужу совершали, что у вас не вышло построить с ним отношения. Ну, в любом случае, после этого можно будет уже что-то делать. После этого уже можно будет в любом случае давать вам рекомендации. После этого можно будет в любом случае вам уже куда-то двигаться. А пока что без анализа ваших отношений, без анализа вашего пути в отношениях, я бы сказал, что это тычки в небо, потому что неизвестен ваш опыт и не очень понятно, как протекает ваша неуверенность в себе. Вот. Но чем можно работать, это, собственно, с неуверенностью в себе, да, и с попыткой опереться на другого человека в отношениях. То есть, по большому счету, попытка у вас есть, у вас идет, на мой взгляд, попытка получить ресурс извне. Вот. Ну, то есть
хотите опереться на человека, ну, вот, а вы пытаетесь это сделать, на мой взгляд, пытаетесь это сделать, а, ну, у вас по понятным причинам, как мне кажется, это не получается. Потому что, ну, вообще говоря, опереться на кого-либо в отношениях невозможно. Опереться можно только на себя в отношениях. А на себя вы не опираетесь, как видите, вы себе, да, не даете воли, вы не даете пути своим чувствам. Вот. По-видимому. И отсюда вот такие трудности, как мне кажется, ну, как мне кажется. Вот, поэтому с чем бы я работал, это с повышение чувствительности. Вот. Чувствительности, ну, именно вот к тебе. То есть, чтобы вы лучше себя чувствовали, чтобы лучше себя ощущали. Вот. Чтобы вы лучше себя понимали, возможно, и, соответственно, тогда это поможет, как мне кажется, увидеть пути построения отношений не через знаете, определенные модели поведения, да, а именно через выбор того пути, который, ну, хочется вам, который интересен вам, вот, который нравится вам, вот. Мне думается, что примерно такой ответ я мог бы вам дать. Вот. А сейчас же вы, как мне кажется, просто хотите получить некий способ, возможно, быстрый способ, возможно, некий универсальный способ решения проблемы вашей, но такого способа нет. Вот, я понимаю, что вы себе не уверены. Я понимаю, что вы ну, себе сомневаетесь. Вот,
Я понимаю, что, что вы боитесь чего-то, боитесь, вероятно, повторения, может быть, негативного опыта, который у вас был, и это кажется нормальным. Не позволяйте этому себя обесценивать. Вот, не позвал. Не позволяйте этому думать, что есть подходящий для всех способ решения проблемы. Кроме того, подумайте о том, как это может выглядеть. Ну, то есть, вы хотите, чтобы психологи, я так понимаю, равные психологи, дали бы вам советы. Вот, но я надеюсь, вы понимаете, что советы у всех будут разными. У всех психологов советы будут разными. И что вы будете делать тогда? Как тогда вы будете действовать? Как тогда вы будете себя, вести и так далее? Вот, мне кажется, что необходимо исключить негативную перспективу. А для этого нужно выявить именно индивидуальные, уникальные ваши особенности, ситуации, особенности вашей личности, чтобы, чтобы можно было помочь. Особенности личности вашего мужчины, вашего друга, с которым вы устраиваете отношения, хотите выстраивать отношения. И, соответственно, тогда уже можно будет говорить о том, как вы можете действовать и что вы можете делать. Я имею в виду в этой ситуации. Вот, ситуация, которая у вас сложилась. Да? Вот, наверное, такой ответ можно вам дать с точки зрения психологии и с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот, мне кажется, что вы еще в какой-то степени стесняетесь, может быть, своих детей. Мне кажется, что вы, боитесь, что дети, кто вот негативно воспримут ваши отношения, вот, значит, с
мужчины. Вот. И мне кажется, что вы чувствуете себя неуверенно из-за этого. Неуверенность ваша обязательно передастся детям. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы были уверены, очень важно, чтобы вы были максимально уверены в себе, очень важно, чтобы вы чувствовали, что имеете право на отношения, что имеете право на то, чтобы быть счастливой, вот, и так далее. То есть это очень важный момент. Вот так вот, наверное, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что мой ответ сформулирует у вас обратную связь, которая послужит началом для психотерапии, вот, и станет началом ваших изменений в вашей жизни, вот, по-настоящему таких вот, которые, вас бы устроили, которые вам бы нравились, которые отражали бы то, что вы хотите. Хотите для себя, хотите для другого человека. Вот. Но важно, конечно, именно вот со страхами поработать. Вот. Вашими страхами, тревогами, вот. Сомнениями, может быть, если они есть у вас. И только вот тогда можно будет о чем-то говорить уже. Вот. А сейчас пока, к сожалению, нет. Сейчас, пока это больше про положение. Ну, то есть про то, что мы гадаем. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.